Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре, Голландия против сборной Эквадора. Две эти сборные победили на стартовых своих матчах Мундиаля с одинаковым счетом. Эквадор обыграл Катар со счетом 2-0, ну а голландцы обыграли Сенегал с таким же счетом 2-0. Интересно посмотреть, кто выйдет победителем из этой пары, потому что именно на старте было трудно оценить составы команд, но вот после уже первого тура можно даже посмотреть на расположение турнирное. И вот сейчас, после двух туров, будет интересно посмотреть, кто будет занимать первое место. На 32-й минуте был опасный удар. Это единственный был опасный момент в первом тайме, но голкипер Эквадора справился с этим, и команды уходят на перерыв вот с нулями на табло, поэтому много будет разговоров от главных тренеров, чтобы перевернуть игру. И вот на 57-й минуте получилось это сделать. Голландия, в принципе, в ранге фаворита на эту игру, вышла наконец-то вперед и забивает Бергвейн, выводит сборную Голландии вперед в этом матче. Но Эквадор не бросает играть. Подступы все-таки к забитому мячу были, но вот этот момент возьми да забей, но что-то вот не получилось, не сложились карты. Еще один хороший момент, Пасвер выручает, но сколько много разговоров было про то, что неопытный такой вратарь едет на чемпионат мира, но в итоге победа за сборной Голландии. На этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.